Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Денис, Славик, Коля, Сережа и Филипп. И мы поиграем в настольную игру «Королева Миссисипи». Про гонки на пароходах по одноименной реке. Я напоминаю, что если эта игра вас заинтересует, то чаще всего ссылочку на покупку игры вы сможете найти в описании под нашим видео, как в этот раз. Не точно, но вы проверьте на всякий случай, вдруг она когда-то убежала. Это фирменный магазин издательства «Звезда». Там есть не только эта игра и многие другие, есть сборные модели, там есть краски у них, есть много чего еще. Покупая игры по нашим ссылкам, вы поддерживаете в развитии канал «Твой Игровой». Итак, игра от 2 до 6 игроков, мы будем играть практически полным составом, в пятером. Потом расскажу вам о режимах игры вдвоем, там особый режим есть, режим игры по командам. Мы играем в соревновательный режим, каждый сам за себя, причем будем играть по продвинутым правилам. Они включают в себя обычные. Отличаются они тем, что вот сюда, здесь 11 тайлов, которые представляют собой участки реки, у них есть маркировка. Есть тайлы, которые промаркированы А, есть тайлы, которые промаркированы Б. Вот, вы выбираете количество, сколько вы... Вы можете всеми Б-тайлами играть, но это будет намного сложнее. Сразу говорю, то есть, ну, не рекомендовано в правилах так играть. Поэтому я примерно пополам, здесь замешаны у нас тайлы А и тайлы Б. Чем они отличаются, сейчас поймете. Мы открываем случайный сверху, выкладываем вот так прямо, вот, и смотрим. На этом участке реки у нас есть красная пристань. На все пристани в игре на 5 и 6 игроков выставляется по 2 пассажира. Приконнектились, все, отлично. Итак, наша задача, победит тот, кто первым приведет свой пароход к финишу, то есть проплыть надо будет все 11 тайлов. Тот, кто первым придет к финишу и при этом возьмет на борт 2 пассажиров. Как это сделать, чуть позже расскажу. То есть те, кто просто придут пароходы к финишу, они автоматически будут занимать место уже после всех тех, кто пришел с 2 пассажирами. Вот, еще можно разбиться о пирс, и это сразу дисквалификация и выход из гонки. Я планирую так сделать. Отличный план, Денис. В очередь. У меня была какая-то тактика, я ее придерживался. Итак, как же у нас проходит игра? То есть понятно, да, кто первым придет с 2 пассажирами, тот удостоится пароход титула «Королева Миссисипи». Как игра проходит? В свой ход. Ход игрока начинается с того, что он может один раз изменить скорость своего парохода бесплатно. Что вообще есть на пароходе? А где пульт? А, вот. Давайте я вам сейчас приближу и покажу все. У каждого парохода есть 2 вот таких колеса. Красная цифра – это скорость парохода, и черная – это его запас угля. Так вот, в начале хода вы можете скорость повысить или понизить на 1. Ну, с 1 до 0 понижать нельзя, соответственно. То есть я могу бесплатно повысить скорость вот так до 2. Если я хочу еще повысить скорость, то это уже за уголь. То есть я могу вот так уголь потратить и повысить скорость до 3. Или потратить еще один уголь и сделать себе даже на старте сразу скорость 4. Это понятно. Допустим, я так и сделал. То есть я вот так за 1 уголь установил себе скорость на 3. И дальше пароходик плывет. Кстати, на старте игроки могут выставить свой пароход в любом направлении, то есть корму повернуть. Вот, сейчас я в направлении... Да, хорошо. Все еще будут тут поворачиваться? Да, не буду. Не будешь? Угу. Я можно 2 сделать поворота, вот так и потом вот так? Хорошо, можно. У нас здесь порядок хода, то есть в этом порядке они плывут. На старте они в соответствии с пристанями. То есть вот эта 2 у нас здесь стоит, маркер игрока, Денис за желтый пароход, мой красный на 1, и они все выставлены здесь в соответствии с положением на пристанях. Вот, дальше, соответственно, пароходик плывет. Нужно потратить обязательно всю свою скорость. Да. И один поворот на 60 градусов бесплатный. Если вам нужно в один и тот же ход повернуться еще на 60 градусов, то есть на одну из сторон, то это уже, опять же, будет тратить уголь. Поплыли мы на 3, вот так, 1, 2 и 3. Все, на этом мой ход закончен, ходит Денис. Я также за 1 уголь делаю себе скорость... 3. 3. Пойти девчонок взять. Ладно. Один бесплатный. Один бесплатный, 3. 1, 2, 3. Побороться за девчонок или не побороться? Ну, ты уже все. Не, я могу. Он еще может повернуться. А, да. Ну, смотри сам. Тяжненько. Не, вот так стало. Нормально. Ну, тогда расскажу, что Денис имеет в виду под побороться за девчонками. Чтобы забрать пассажира на борт, нужно закончить движение возле вот этой пристани со скоростью 1. Тогда ты одного пассажира заберешь вот так вот на свою фишку парохода.
именно закончить, то есть не начать, а закончить ход со скоростью 1 возле пристани. Жаль, конечно, что они не сделали, что сюда прям на этот. Мне тоже. Они вот сюда. Короче, один уголь, один бесплатно, один за уголь. И погнали мы. Раз, крупнее два, три. Было бы тогда. И поворачиваемся. Угу. Да, пароходиками можно тараниться. Сразу тогда расскажу про эту механику. Как бы, ну, ребятам уже, мы уже играли, объяснял. Для зрителей. В свой ход, вот если бы, например, сейчас, допустим, был ход Коли, в его направлении движения стоит мой пароход. За 2 единицы движения можно чужой пароход толкнуть. Причем он его, игрок, который совершает ход, выталкивает на любую клетку по соседству, то есть он сам выбирает. И я, то есть игрок, чей пароход толкнули, после этого выбирает направление движения. И сам он обязан занять клетку вытолкнутого парохода. Можно толкать даже несколько пароходов. То есть если бы, например, вот здесь стоял еще Денис, Коля в свой ход за скорость 3 как раз мог бы толкнуть все вот эти пароходы. Причем сначала он толкает этот, выбирает для него место, выталкивать специально на остров нельзя, выталкивает на одну из этих, потом толкает этот в любую сторону, а он может и может вот только этот на самом деле толкнуть и подплыть сюда занять. Но он, может быть, хочет всех. Хочет, может, всех, да. Но суть в том, что если у него останется скорость, и он не сможет сделать ход, даже невыгодный для себя, то скорость его упадет на 1, то есть он как бы врезается, падает на 1, и он пропускает следующий ход. Вроде бы объяснил доступно. Можно один и тот же пароход можно толкать дважды. Соответственно, каждый толчок за 2 единицы движения, скорости. Можно 2 или 3 и больше толкать. Это у нас границы реки. На них заплывать нельзя. То есть, если тебя вынудит скорость и не будет угля, ты врезаешься, скорость в единицу, и ход следующий пропускаешь. Кстати, смотри, я вот наступил вот сюда. Мы должны же открыть новый? Да, да. Бросается кубик. Ну, в общем-то, твой ход, да? Ты... Ну, последним движением зашел. Прямо. Прямо выставляется сюда и следующий гекс реки. Смотрим. Пристани здесь нету, поэтому ничего не происходит. Особых гексов тоже никаких нету, чтобы я про них рассказал. Что? Одно замечание у меня. Вообще зеленый сейчас должен ходить третьим. А почему походил Коля вообще? Ну, это просто пример показали. Нет? Это был пример или это был ход? Это был пример. Ты пример показал. Коля не ходил у нас, да? Ну, верните ему обратно. Нет, вообще-то он ходил, но ходил, просто перепутали. Ничего ты попозже походишь. Да. Слайк. Да. Мне кажется, это не повлияет на него. Да, вообще, да. Тоже так бесплатно. До двоечки. Вообще, да. И до троечки за один угол. Раз. Угу. Два. Три. Хорош. Все, вот теперь. Он мне, в принципе, ну. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось, да. На три. Угу. И вот у Сережи такая ситуация. Да, а я. Ему придется толкаться. Я просто на халяву. Нет, он просто не потихоньку. Раз, два. И либо все. Много. Вот. Теперь мы должны определить порядок хода на следующий раунд. Как он определяется? Берем вот такую линейку. Вот этот пароход находится на следующем фрагменте поля. Угу. То есть он по-любому ходит следующим. То есть у нас желтый впереди. Дальше идет красный, угу. То есть по направлению движения реки идет красный, это я. Вот эти два парохода, и двигаем линейку дальше. Вот эти два парохода, зеленый и розовый, линеечка дошла до участков, до шестиугольников, на которых они расположены. Тут неважно, куда они повернуты, угу. Мы смотрим, у кого из них выше скорость. Скорость одинаковая, дальше смотрим количество угля. Количество угля тоже одинаковое. В этом случае ходит самый правый раньше. То есть получается розовый раньше, чем зеленый, следом зеленый и синий. Синему больше позади, как обычно. Желтый, ходи. У меня я скидываю скорость бесплатно до 2. Раз, два. Так стал. Угу. О, хорош, хорош. За девчонками поехал. Да. Раз, два. Я тоже до 2 бесплатно сброшу. И сделаю раз, два. Так, так, так. Поворачиваться будешь, нет? Да, повернусь. Я все равно быстрее буду. Ну да. Потому что я правее. Ну хорошо. Ну таков мой план. Ты заберешь, потом я заберу. И поплывем. Нет. Ну, ты не заберешь. Ты не заберешь. Я встану там. Он встанет и закроет пристань. Поэтому да, можешь поменять план. Я закрою пристань, ты не сможешь меня толкнуть. Точно. Стоп, тогда откат, извиняюсь. Вот так я стоял со скоростью 3. А? Два надо, чтобы толкнуть. А он, чтобы пристать, нужно единичку, чтобы забрать девчонку. Тогда давай мы скорость бесплатно до 4 повысим. Да, и гони. Раз,
2. И бесплатный поворот. И парковку займи. 3. Не, я же должен все отходить. 4. Да повернулся бы просто за... Нет, за уголь. Ну повернулся бы. Зачем? Я один поворот бесплатный потратил. А теперь мне, кстати, по-любому за уголь поворачивать придется. Ну, ну вот, конечно, будет вот так болтать из стороны в сторону. Так, мы, сейчас я подумаю, раз, два. Да, понижаем бесплатно до двоечки. Идем сюда, бесплатный поворот. Двоечка. Вот, ну, зеленый. У тебя есть шанс, кстати, побороться за девчонок. Да. В продвинутом варианте еще есть вариант заправиться углем. А ты не будешь скорость повышать? 3. Угу. На халяву мог бы на один повысить. Ну, ему бы уголь пришлось тратить. Вот здесь бы ему надо было бы еще один поворот делать. Только. А, ну да. Смотри, какой прохаванный. Угу. Ты в кого такой? Сережа попал. Мама один повысил. Повысил. Раз, два, три. И повернул. Смотри, что попало. Так. Есть? Да, теперь ты первый ходишь, кстати. Теперь определяем снова, кто поплыл. А, кстати, я первый поплыл, да. Ну, понятно, тут первый. А, теперь у нас желтый с зеленым наравне. У зеленого скорость выше, поэтому... Зеленый. Зеленый, потом желтый, потом синий и потом розовый. Вот так. Вот так. Давай. Так, ну у меня скорость я менять не буду, поэтому мы поворачиваемся один раз бесплатно. Дрифт. Второй раз за уголь. 4 у меня угля стало. И ну, да, раз, пару, два, пару, три, как... 4. Меня мотыляет, я на скорость такой. Буква Зю катается. И надо открыть следующую. Да, следующий фрагмент. Он справа. Давайте, может, вот это уберем уже. Вот это можно убрать. Да давай подвинем сейчас. Не, потом, потом. Оно все равно все на стол не влезет, да, но пока что помещается. Ох, как там оплывать. Это архипелаг. Здесь много островов. Да, это архипелаг. Б4. И пристани нету, господа. Сейчас я сделаю. А, ты сделал? Я думал, вот так вот так сделать все. Вот так, отлично. Зеленый. На. Зеленый? Да, зелень. Как все плохо. Так, поворот. Нормально? Да я попал. Сейчас девчонок возьму. Надеялся, что вот так, либо вот так пойдет, а оно вообще по-другому. Понижаем бесплатно скорость до двойки. Да, прикинь, тебе плохо. Раз, два. Чего меня не толкаешь? Жалко. Так, понизил бесплатно на один, встал, взял девчонку. Хорош. И повернулся бесплатно. Угу. Так, если я проплыву раз, таранишь. Тараню и заплываю. И заплываешь. И да. А если я до двойки понижаю? Не берешь пассажира. А если ты понижаешь до двойки, то ты в него я врежешься. Я протаранить не смогу, да. Ты в него врежешься, скорость упадет до одного. Так пассажира что... ты не берешь в любом случае. А если я врежусь, я останусь здесь? Да, да, да. Останешься, кстати, тебе выгодно. Мне выгодно. Да, врезайся. У тебя упадет скорость на один. Понижаю до двух. Раз. И врезался. Толкнуть не хватает хода, скорость на единицу. Скорость но на единицу, но следующий ход я пропускаю. Да. Да. Ну, как зато потом заплывешь и возьмешь даму. Угу. Все нормально. Ну, если Коля меня как-нибудь не протолкает, не отплывет. Там. Давай, Коля. Давай мы тебя вот так. Но у него не хватит угля. На что? Чтоб меня толкнуть тут два раза. Тут надо три. Сейчас тебе надо три хода, чтобы вот этих... Почему? Бесплатно он может, может его сюда. Он толкнуть сюда и зайти. Бесплатно повысил скорость, так. Плывешь? Три. То есть, смотрите, я толкаю и занимаю его место. Это занимаешь его место и впариваешься. Это тебе стоит два, а потом ты впарываешься. И впарываешься с единичкой. Да. Да. Но, в принципе, это нормально. Такая. А я потом повышу до двух и вытолкну тебя и заплыву на твое место. И все. А делай, если я не впарюсь, нет, тогда вот так. Вот так, двоечку. Ага. Убирай его. Да, вот на эту убирай. Серега может направление движения выбрать, не будешь. Нет, я туда же. И все. Носом туда. Бесплатно поворачиваешься, да. Вот так. А? Розовый походил, все, у нас круг закончился. Так, ну тут опять-таки первый я, ну, кстати, потом зеленый, потом желтый. Надо его впороть. А я не впарю, потому что я сейчас не хожу. Ход. Не я врезался. Ход. А он тогда на единичку спокойно. Мы его вот так вот, да, типа уже. Пропускающий. Да? Как я, а? Да. Так, ну мы понижаем скорость однозначно на 3. И первый поворот бесплатно. Раз, два. Новый тайл? Сейчас, нет еще. Теперь за уголь развернулся. И 3.
Ну вот так приходится. Широкий. Тайл новый пока нет. Раз, два. Славик стабилен идет, тихо, нет. Славик стабилен. Желтый. А что, мы уже поменяли, да? Новый ход. Да. Так, раз бесплатно. Так, тут четверочка. Четыре, я сказал. Раз. Два. Это три. Ну, розовый. Я сбрасываю. Сбросил скорость, причалил, забрал пассажира. Красава. Забрал мадемуазель и повернулся. Угу. Сережа пропускает. Да, я ход пропускаю. Вот, теперь смотрим. Вот по этому направлению у нас первый желтый. Потом я. Потом зеленый. Потом розовый и потом синий. Все так. Давай. Так, три мне нужно... Ты заходишь в зону архипелага. Ну и ладно. Раз, и вот туда ж могу уфентилить. Вот сюда? Ну да. А потом, давай. А потом сажу. А там есть что, за уголь поверну. Ничего там так. За уголь, нормально. Делаю 4 бесплатно, повернул. Раз, два, три, четыре. Открываем новую. Почему? Вот. Потому что я зашел на... А, да, да, да. Вот туда. Вот сюда. Угу. О, синяя пристань. Свезло. Два пассажира. Синяя пристань. Отлично. Тут можно мне уже там планировать маневр. Кстати, свезло, да, что мне не тебе надо. Тебе по прямой. Да, 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 да. Так, я теперь плыву. Вот это убираем, да? Да. Да пока видно, пока не убираем. Там, да, подожди, туман войны. А, туман войны. Уже отплыли оттуда. Так, у меня скорость 3, бесплатный поворот. Нормально, меня устраивает. Бесплатный поворот и раз, два, три. Нормально. Сложно. Понижаю скорость до одного. Бесплатный поворот. Раз. Три. Значит, надо сейчас до трех скорость снизить. Розовый давай. Толкни меня. Так. Поднимаем бесплатно. Че, уже 4 угля, 3 угля. Что-то уголь не жалеете, да, я вижу? Угу. Наверное, тоже затопим печку. Еще на один. Не факт, что будут, кстати, угольные шахты. Да. Ну хорошо, хорошо. Потом будем без угля кататься. Раз, два. Нормально. Бесплатный поворот. Три. На один. Угу. Вот сюда смотришь, да? Так, повысил до двух. Врезался. Ты же не смог повернуть. Раз, Серега, догоняй. Я болею за тебя. Хорошо. Так, все, все обходили. Денис первый. А где тут на отстающих ставить? Я ставлю на синего верблюда. Теперь. А вот так у нас идет. Красный. Это я. Дальше розовый. Да, потом зеленый и потом синий. А почему ты вот так меришь его, если река идет? Нет, вот по предыдущему фрагменту. Выставляется на уровень соединения предыдущего фрагмента и вот так идет. О-о-о, да. Как все хитро. Все понял, окей, погнал. Плыви. Понизил скорость до трех бесплатно. Раз, повернул, два, три. Угу. Ну тут девчонки прям для него стоят руками. И открывай. Да, открывай, кидай. Я этот первооткрыватель направо. Ё-моё. Но мне сейчас девчонок очень сложно. Вот сюда. Быть, так, деле, тут понятно. Тоже, кстати, две девчонки. О, еще две. О, мне легче, мне лучше ум тебе поднять. Ну да. Почему? Ты сейчас до двух понизишь. Так, и мне слишком ну да. Много поворачиваться. Блин. Да, нет, мне легче раз повернуть и рвануть вот к этим девчонкам. Угу. Так, я плыву, да? Ой-ой-ой, что делается? Так, бесплатный поворот. Раз. Вы там сами паркуете. Два, платный поворот. Три. Два угля всего осталось. Ё-моё. Так. Сложно. Бесплатный поворот. Раз, два, три. И платный поворот. Это сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Мы даже половину. Ну, можно посмотреть, сколько здесь. Да, тут еще плыть и плыть. А уже все уголь потратили. Практически. Ну, будем надеяться, что это угольная шахта будет. Угольная шахта бесконечная. То есть там она не исчерпывается, если кто-то заправился. Походи, дальше зеленый. А уголь ты типа приконнектился и взял на шестерку. На шестерку, да. Ну, повышаю скорость до двух. Нормально. Будем надеяться на угольную шахту, иначе будет вообще грустно. Так, до трех. Раз, два, поворот, три. Все, раунд. Первый у нас Денис. Здесь скорость одинаковая, угля у меня меньше, поэтому меня. Розовый. Потом я, потом зеленый и синий. Желтый плыви.
Плыви, моя черемушка, плыви. На два. Повернул. Раз, два. Ага, он такую траекторию строит. Ну, конечно. Так, я, да. Ну-ка, раз, два, три. Потом снижаем до двух. Раз, два, до одного. Да, вот оно. Раз, два, поворот, три. Угу. Мой теперь. Раз, бесплатный поворот, два, три. Вот, новый бесплатный поворот. Зеленый. Отставь. И колесо. Ого, раскочегарил. Раз, два, три. Все правильно. Синий. Четыре. Бля, они мне уже спину дышат. Да. Повернулся. Раз, два, три, четыре. Все, раунд. Вот эти можно убирать. Наверное. Ну, кстати, смотрите-ка. Оп. Ха. Скорость у меня больше, так что тут я первый. Да, ради бога. Потом Денис. Потом я. Потом розовый. Зеленый-синий. Зеленый-синий. Так, ну чё, скорость не будем менять, наверное. Бесплатный поворот. И раз, два, три. Угу. На перерез. Подрезай его. Кстати, раз, два, и потом один. Да, давай, мочи. Я за тобой. Дамочку забирать. Это шестой уже мы открыли тайл, да? Пятый. Бесплатный поворот. Ну вот, смотри, осталось. Подожди, раз, скорость. Три, четыре, еще шесть. Мне на три надо. Бесплатно на три. Вот так. Раз, два, три. Бросай кубик. Бросай кубик. Прямо. Это убираем. Ох ты! Ушел в туман. Опять этот. Ой-ой-ой, как тут сейчас надо. Тоже ушел. Ну давай вот так вот, да? Да, давай. Да, давайте, давайте. Ох, как тут сейчас придется рулить. Ну давай, розовый. Так, значит, смотрите, понижаем стройки до двоечки. Раз, бесплатный поворот, два. Меня больше интересует угольная шахта, блин, ты где? Ну я тоже вот понижаю снова до двоечки. Потому что я еще уголь парю, чтобы скорость до единички поднять. Угу. Блин, это что? Ну все, мне потом на девчонок можно не отвлекаться. Ну, да. Просто перейти вперед. Так, если я на четверке остаюсь, мне это получается раз, поворот, два. Ты знаешь, как тут нарезать? Тебя толкаю. И можешь развернуться, куда тебе надо. Да, так и сделаю. А, серьезно? А там борьба за баб? Да. Жестко. Синий. Что? А, синий походил. А, у нас этот, желтый первый, тут однозначно, потом я. Красный, розовый. Потом отсюда идет у нас скорость так, одинаковая. Вот этот фрагмент вот отсюда идет. Нет, вот же он коннектится. Вот он. А, вот так он идет. Угу. То я просто там уже накрутил его. Скорость одинаковая, да. Угля больше у зеленого, поэтому зеленый, за ним розовый. Потом, потом синий. Давай мочи, Бен. Мочи. Я одну бесплатно, одну за уголь скидываю до единички. И забираю. И троечку пристал, забрал. Баба бесплатно один сбросил. Раз. Бесплатный поворот. Два. Их можно прикольно так, украсить. Так, если я сейчас повышаю скорость на три, это я протолкнуть могу обоих, правильно или как? Что? Если я сейчас повышу скорость до тройки, я смогу обоих подвинуть? Да, да, да. Так и сделаем. По один, единица сверху за, каждой, за каждого и одно свое движение, чтобы занять клетку. Ну, вот раз. Да, 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 да. Ну, да. Вот, можешь. Толкаю. Толкаешь. Сначала розового. Убирай розового. Ага. Смотри, куда конечно, хочешь. Да. Можешь выбрать можешь направление. Сложно. Да плыви прямо. О. Я бы тоже прямо поплыл. Второго толкаю. Толкай. Куда? Назад. Назад. Выбирай направление. Я думаю, ну, остаюсь да. Так. И я, и только три теперь. Так, вот уголь так. Убавил да, себе, да. Славик? Зачем? Ну, ты усилил скорость, или у тебя была третья? Я бесплатно. А. Бесплатная на один. Хоп! Да, и поворот. И повернул, вот так. Да. Грязь, мерзать, творит мерзать. Грязь просто. Что, зачем это было? Это ну, у нас Славик зеленый ходил, розовый я ходи. Сделал, розовый да. Ходи. На два плывешь. Вот же собака. Либо на один. Да, скорость понижай просто и на один двигайся. Потихоньку. А он тебя потом опять толкнет. Угу. Бармалей. Вот сюда отплывать, ну, потом да, пипец да, сюда, да, два да. Хода тратить. Я вообще не знаю, зачем он сюда повернулся. Я здесь, здесь моя здесь точно. Заберете, здесь моя точно все. Женщина. Да, здесь девчонка. Моя женщина. Моя женщина ждет так, меня. Так, сейчас, я подумаю. Кавказский вариант.
Нормально приплюю к этому. В ковер закатал и уехал. В этот в барабан, который у них тут вот этот. Я на этом как хомячок ты. Дураки. Нет, смотри, если ее смотреть. Арт похож на мультики Миядзаки. Да, кстати, похож. Такой. Смотри, если ее закатать в ковер, вот, потом этот ковер используется как ось для этого колеса. Нормально. Ну, да. Славик вообще, да, тут очень мощно походил, мне понравилось. Коль, забей и уплывай просто. Да их там две. Ну вот одна Славику, вторая Сережа. Не факт, что они вообще там дальше выпадут, ведь так? Не факт, не факт. Ну, скорее всего, выпадут. Скорее всего, нет. Просто думаю, сейчас разогнаться и обратно их втопить двоих. Чудак. Давай. Зачем двоих-то? Третья скорость. Правильно, сейчас двоих тебя толкну? Да. Нет. Нет. Тебе же один надо подплыть, а потом еще три. Давай, погнали. Пусть. Нет, что ты делаешь? Нет, ты только его можешь толкнуть. Четыре он образом. Сделал. Раз. Четыре. Сделал. Еще три, да. Чтобы толкнуть. Да. Ушел. Направление. И теперь на его место становись. Ну. Повернись сначала, ну, бесплатно. Да, вот так. Вот бесплатный так. Поворот. То есть ты сейчас стоишь вот. Ты прикинь, сколько тебе угля надо будет, чтобы обратно повернуться. Вообще. Это уже дело честь. Синий. Блин, вы мне не оставляете вообще это самое. Сейчас у тебя вариантов. Конечно. А у тебя смотри, у него же скорость. У меня 4 скорость. Раз, да. Вас впарываю, на это место становлюсь. Да. А если повышу до 5, то еще и проплыву на 1. Да. Но ты потом все равно не возьмешь. Ну там много. За уголь могу. А, ну он же уголь вообще не тратил. Да. Ему ну можно. Давай, вот так, 5. Вот это там разборка. Нам с тобой делить нечего. Три победных места. Сейчас я резину прогрею, подожди. Первый. Все, поплыл. Так. Да, такая. Как в аниме прям, да? Так, смотри. Тебя суды. Ну, надо, кстати, тебя вот по сюда. Поводу толчка сейчас уточню. Почему? Все правильно. Смотри, это раз потратил, сейчас. На вас потратил уже три. Два. А, не, на любую свободную сумму. Три. Четыре сейчас, еще один остался. Нет, три. Поворот. Четыре. Нет, поворот бесплатный. Да, вот. Один бесплатный. И пять. И пять, да. Вот так. Да, да. Все так. То есть мы выбираем направление. Раз, теперь, два, да? Три, четыре, пять. Все правильно. На месте там. Пацаны, эта игра не про войну. А они забыли, да, что? Это не варгейм. Так, ладно, давайте смотреть. Давай. Они, знаешь, торпеды за облаком. Пошла торпеда. Так, здесь у нас, смотрите, получается 5, то есть синий. Ну, без вариантов. Синий тут лидер. Синий. Потом розовый. Понял. А зеленый вообще на другом фрагменте, обалдеть. Понял. Давай, Денчик, мочи. Зачем ты? Все, плыви к финишу дальше. У меня один. Сережа, мимо, ты отстал. Два. Сделаем бесплатно. Два. Раз. У меня было так. Бесплатно повернулся. Два. Угу, понял. Ну я тоже, я сбрасываю скорость до единички бесплатно и сюда подгребаю, забираю на борт. Стой, на фрагмент. Да, бросай. Тут они еще так расположены. О, туда. А, ну нормально. Будем это, зигзагами плавать. Вот, смотрите, у нас плавник появился. Но угольной шахты нет, пацаны. Плавник – это бревна, которые сплавляют по реке, да. Они мешают, естественно. В общем, заплыть на плавник стоит 2 очка действия. Так. То есть просто переместиться на эту клетку, и после этого, после завершения движения, пароход снижает скорость на 1 за каждую клетку с плавником, на которую он проплыл. Короче, в этом ходу. Полная Г. То есть ты плавник типа, можешь проплыть 2 плавника за 4 действия. За 4 и потом еще на 2 скинь. Да, можно так. Понял? Вот. И в плавник можно врезаться. То есть, если ты стоишь вот здесь, у тебя не хватает ни угля, ни скорости, чтобы как-то его заплыть или оплыть, то ты врезаешься, скорость в единицу и ход следующий пропускаешь. Так подожди, если ты вот сюда, вот тебя как-то заплывается. На плавник можно втолкнуть на плавник можно. Это тоже стоит дополнительное движение. Ну, то есть, если ты вот отсюда толкаешь кораблик на плавник, это тебе стоит 3. То есть 2, чтобы но его он втолкнуть. Он потеряет скорость. Но он, да, обалдеть, какой кошмар, а.
Так, вы походили? Здесь, а, кто, вы походили? Вот раз, ну, да, да, тут просто. Да, они, он забрал. Сюда река пойдет. Смотри, я понижаю до 4, и мне, чтобы понизить до 1, надо 3 угля потратить. До 3, до 2, до 1, это 3 угля, да. Смотри, вот так, раз, два, три угля, понижаю до 1. Зашел, забрал. Читер. В смысле, ну он уголь экономил. Бесплатный поворот. И забрал одну. А, дамочку. Нет, все нормально, там еще одна есть. Есть, есть. Да, нормально. Так, да, не про вашу честь. Так, начинается ход. Вот, начинается ход. Женщина видела просто, как я это мужественно сражался за нее, да. Потратил угля, надымил. Она уже на пристани, возьми меня! И я такая подгребаю угля в топку, там дым валит. Такой суровый мужик. Она вся закопченная стоит такая. Зонтик закопченный. За уголь на 2. А зонтик один этот, остался каркас уже. 2. Есть контакт. Ничего, отмыть нормально. Славик, давай. Да, конечно. Купишь ей французскую воду. Да в океан ее на веревке опустит, потом поднимет нормально. Кавказские обычаи. Все, раунд. Ну, тут первый Денчик, второй я, третий теперь зеленый. Потом у нас идет розовый и синий. Славик пошел без женщин. Мочи. Психанул. Так, у меня на 3. Поплыву. Не будешь менять? Раз. Ну, в смысле, нет, я поменял не на раз, один выше. Не раз, просто. Ну, в смысле, поворот. Да. Раз, два. Вот я думаю, надо разворачиваться или нет. Желательно тут. Надо. Вижу. Давай за уголь. Хорошо встанешь тут. Повернулся. 3. Так, ну я скорость, конечно, повышаю до 2 бесплатно. Раз. Бесплатный поворот. 2. Ой, извините. Ой-ой. Я просто вот так хочу. Следующий, зеленый. Сказал заведующий. Угу. Раз, два. Потом топить. Славик, топить. Блин, еще топись. Катить. 5. Да. Раз, два. Бесплатно. 3, 4. И впоролся. Впоролся. Опять не считаю, если хотите. Не-а. Тебе 2 надо, чтобы меня толкнуть. Можешь впороться, скорость до 1 скинешь. Да зачем ты до 5 повышаешь? За уголь. На 1 или до 1. До 1. До 1 и следующий ход теряешь. Ну ничего. Впоролись. Впоролся. Ну ладно. Бш. Ну, на 6 место. Коля. Не-не-не-не. Не, там места дальше. Потом это не, ну, определим. Смысле, я 6 буду все равно. Смотрите, у меня вопрос. Не если факт. Я впарываюсь. Не будешь ты 6. Я забираю мадам. Нет. Он правильно говорит. Да. Его фишку можно вообще решить. Да. Если я тебя. Да, да, да. Ну ты меня сейчас толканешь. Ты можешь меня вытолкать. И моя скорость не снизится до 1, нет. Я не заберу. Нет. У тебя скорость 2 будет. Очень красиво. Твою медь. Тебе да, тебе вообще кайф сейчас. Вот. Да у тебя уже есть топи, барышня, что ты это самое. Уплыл. Да потому что бесит, уже сколько ходов, блин. Давай, Серег. Эх, жалко, вторую нельзя. Бесплатно. Нельзя? Нельзя. Нет. Почему? Нельзя вторую забирать. С одного причала только одну забираешь. Всегда. Ты можешь круг, конечно, ну, нарезать. Вот. Да, ты можешь. Бесплатный поворот. Я не уверен, кстати. Единичка. Да за нет. Одну загрузку. Сейчас, сейчас. Это надо уточнить. Пассажиры, столкновение. Посадка пассажиров. Чтобы забрать пассажира с острова, вы должны закончить. Поместить его на свой жетон, который лежит. С одного острова пароход может забрать только одного пассажира. С одного острова, то есть нельзя круг нарезать и второго. Так что можешь забрать. Переходить. Так, смотри, вот так я приплывал. Спорт. Значит, у меня скорость 1. Ну, даже если я скорость 2 сделаю, я. Одинокая старость. Брошенная. Да. Либо разворачивается еще за уголь. Два разворачиваешься за уголь и на 2 перешел. Не хочу. Так же вот раз. Собака на сене. Ни себе, ни людям. Ни мне, всё, ни дал, ни сам уплыл. Да. Ну, первый Дэн. Тут потом я, потом зеленый, который не ходит. Но да, не ходит. Его не учитывай сейчас вообще. Значит, дальше розовый пойду. И синий. Розовый. Вот так, ходи. Вот так. А, у меня, естественно, на 4. И раз, два, три, 4. Чё бросай. Что там дальше? Давай прямо, мне нужно прямо. Нет. Ой, сейчас по кругу замкнется. А, прикинь. Ну, кстати, там, ну, не замкнется, но вообще сказано, что если нужно выложить внахлёст вот эти штуки, то перебрасывается кубик. Внахлёста не будет. Интересно. Жаль. Нет, ты все поломал. Я хотел, я хотел, чтобы у нас многоярусная река была. Чтобы она, знаешь, вот так? Да, вот так.
Бермудский треугольник. Но у нас вот здесь вот так. Ну прикольный там вообще рельеф реки. Не знаю, что стол нужен, конечно, как для моих комнат. Да, или на полу, да, на полу удобнее. Да. Что, красный, да. И кто это? Да, Денис. Денис походил, да? Что, красный... Ты походил? Желтый походил, да. Я хожу. Да. Бесплатный поворот. Ты повышаешь Славик не скорость? Ходит, Славик нет. Раз, два. Славик не ходит, поэтому нормально все, мой план такой. А, ты его сдерживать хочешь. Мне надо на линию выстроиться и здесь дальше топить. Да, все правильно. Теперь мне надо до трех скидывать. Это раз, два. Тут у меня тоже, у меня скорость третья сейчас, да? За уголь. Да, третья. Скидываем бесплатно. Потому что я сейчас не хочу скидывать. Я потом буду скидывать. Если да. Сейчас топим максимально, чтобы оторваться. Раз, а потом два, уже два. Лавировать. Угу. Уголь, корабли да. лавировали, да не вылавировали. Может быть будет, может нет. Поворот, единичка. А ускоряться? А. Нет, я же могу не ускоряться. Ход? Да. Так, ну здесь у нас по-прежнему желтый, красный, вот теперь зеленый, да, теперь розовый. Розовый и синий. Угу. Ходи. У меня сколько тут? Четыре. До трех скидываю. Раз. Бесплатный поворот. Бесплатный поворот. Два. Фу, это два. Это вот. Теперь поворот за уголь. И три. Три. Опасный. Так, ну, а я наоборот, да, скорость я хочу... бесплатно повышаю до трех. И бесплатный поворот, и раз, уголь, два, аккуратно. Три, поплыл. Раз, два, три. Повышаю скорость до двоечки. Уголь тоже тратит надо. Бесплатный поворот. Да, вот здесь сложно. Угу. Вираж. Вираж. Либо на единичке поворот за уголь. Купить. Либо если раз, уголь есть, то... Раз, поворот за уголь. Два. Что он ты за делаешь? Он отправляется. Серьезно? Такой, нет! Ты серьезно? Как кодекс джентльмена. Пипец. А зачем? А подожди, и два вот сюда. Да. Вот сюда, да. Капец. Потому что могу. Ну окей. Хорошо. Так, ну, не, окей. Смотри, поворот. На самом деле, он если возьмет еще где-нибудь вторую. Увеличение скорости. И придет самым раз, последним. Два, третьим будет, да. Он будет с двумя барышнями, да. Так, ладно. А пока у вас у всех по одной, если что. У меня только две. Да. Поэтому если будет у меня и у него, он будет вторым. Так, повышаем. Ну, преимущество в том, что они от меня сейчас далеко. Поворот. Тебе не нужны. Раз, то есть два. Я просто одну забираю и бегу. Если они здесь будут, их может здесь не быть вообще. Да. Понимаешь? Да. Вот и все. Ну, у Славика не одной, поэтому да, ему надо. Все? Да, я походил. Походил. Так, ну тут Денис, тут о, я, да, теперь розовый, зеленый и синий. Угу. Вот так. Ходи, Дэн. Так, до двух надо скидывать. Скинул до двух. Бесплатный. Раз, два. Угу. У меня раз, два, подожди, три. Стой, стой, стой. А, бросай, бросай. Новый этот. И бесплатный поворот. О, туда теперь. Теперь да, ё-моё. Что? Крути, крути. Нет, вот девчонок, сюда. Отмель. Да ну нафиг. Про отмель. Отмель! Так, давай вот это убираем. Да. Или да, Славик туда не поплывет. А вдруг промахнется? Ну, просто в сторонку ее отложи. Если вдруг промахнется, давайте так выстроим как-то. Славик, не промахнись. Не будь акелой. Вот так, нормально всем? Где? Отлично, очень хорошо. Девчонка. Отмели. Пароход завершает свой ход, и его скорость падает до единицы, как только он попадает на отмель. На отмеле нельзя изменять направление движения. То есть, если ты попал на отмель, скорость в единицу, и это конец хода, независимо от того, сколько у тебя скорости короче, осталось. Капец. На отмель можно также вытолкнуть другой ход. Пароходик, и это его скорость понизит до единицы. И он не сможет выбирать направление. Он не сможет выбирать какая направление. Какая жесть, да. А если ты вот на отмель попал и носом нет угля. Сюда? Все. Нет, смотри, короче, вот по поводу того, когда ты попал на отмель и у тебя нет угля, здесь написано. Чтобы покинуть песчаную отмель, двигаясь вперед, вы должны потратить один уголь. Угу. Или же, не тратя уголь, вы можете двигаться назад. А, то есть процесс ухода с песчаной отмели, причем это единственный случай, когда пароход может сдавать назад. Угу. То есть, если нет угля. Но если есть уголь, то ты обязан потратить уголь и проплыть дальше. Угу. Вот такая история. Обалдеть. It's dangerous. И если вы покидаете песчаную отмель, двигаясь назад, вы не можете изменить свою скорость с единицы в начале своего хода. Однако, как только вы освободитесь от песчаного плена, вы можете выбрать любое направление движения. Uh-huh. То есть, когда назад сдал, выбрал направление. Любое. Да. Uh-huh. Выбрать любое написано, да. Ну тут особые правила, что да. Если у вас закончился уголь, и вы попали на отмель, ну это сами.
Вот это плохо для меня. Вероятность появления дичи крайне мала. Крайне мала, да. И болеет, и пруга. И угля нету. И угля, и девчонок нет. Никого нет. Ну тут может еще и будет один уголь, а другую девчонку. А может на всех трех будет уголь и девчонки. И уголь, и девчонки, и отмели. Всего два, алло. И все. На трех все будет, конечно. Да, из двух на трех будет, да. Ну давай, Славик. Кто ходит? Кто ходит? Денис ходит. А, после Дениса? А, подожди, я походил. Денис походил, кино. Розовый, да. Розовый, да. Я же вроде походил. А ты, Фил, походил? Походил, походил. Я вот походил, я открыл бы... Ускорение до четырех бесплатное. Раз, поворот. Раз, два, три. Угу. Да-да. Серьезные намерения у этого молодого Давай, человека. Славик. Я хожу, да? Да. Да. Не промахнись. Да, смотри, на, логично. Она такая заплаканная стоит. Славик, где ты? Славик, забери меня отсюда. Три. Три. Что ты делаешь? Оо! Ты нормальный? Смотри, потом по. Ой, ну еще два хода будет туда. Ты будешь два хода. Что? Вот это форсаж! Остановись лучше здесь, потом за уголь снижишь до единички и заберешь ее. Ему уголь нужен. Это фуфло. Ему уголь нужен. Ну ладно, хорошо. Ну да, да, он капитан корабля. Хорошо. Я ваш капитан. До трех поднял. Раз, два, повернул. Три. Ты, по-моему, делаешь какую-то. Так, я хочу и делаю. Здесь у нас точно вот так идет. Так, вот так меняем и плыви. Грибите, Шура, грибите. Давай, открывай тайлы. У тебя хорошо получается. Вы ждете, что там дальше? Конечно. Открой вот сюда, чтобы ты на две стороны. Нет, вот туда. Не, я хочу туда. На единичку понизил. Бесплатно повернул. Ну, смотри, зааккуратничал что-то. Естественно. А у меня угля нет. Вообще кончился? У меня один. А, такой на пожарный случай. На пожарный случай, да. Тут еще две плыть. Понизил скорость бесплатно. Потому что вот тут еще. Тут раз, давай. Бесплатный поворот, а там, если два. Если он пойдет вот туда, вот это будет трэш, вот так вот обплывать. Гребите. Так, скорость у меня четвертая. Давай! Колян! До третьей понижай. Да до пятой повышай. Повышай до пятой. Не, они тоже аккуратненько входят. И разворот. Да, все правильно сделал. А я вот до четвертой. Раз, два, три, мы рондондонили как могли. Да. Славик? До двух. Давай, давай. Раз, раз, два. И потом... Ты уже поворачивай. И что? Серьезно что-то? Тихо, тихо, тихо. Раз, вот. Славик, ты мог пойти вот сюда, смотри. Знаешь, все, не надо, не надо. Это его корабль, пусть он плавает. Ему нравится... Виды. Ему нравятся красивые форсажи. Я понял, да. Ты под пристань же поставил. Так, здесь все. Первый. Он такой, Славик, я здесь. А он такой, там круги нарезает. Так, здесь у нас все так же остается. Вот пристань вот здесь, вот здесь. Денчик, давай, мочи. Ну, у меня все просто. До двух Славик пишет грибными колесами на воде, ты будешь моей. Да, да. Не видно с берега. Это не важно. Я ничего не меняю, просто бесплатный поворот и раз-два. Ух! Что там я? А, еще не перешел, не открыл. А я могу брать ее, если у меня полный корабль еще девчонки? Нет. Куда? Ну так чисто, что под насрать. Они там в бикини друг дружку за борт выкидывают. Есть контакт. Чисто под насрать. Не, нельзя. Так, ничего не меняю скорость. Это будет раз, два. Поворот, три, четыре. Да, догоняешь. Раз. Не, все-таки понижу скорость. Раз, два. Вот так. Понижаю скорость до единички. Поворачиваюсь бесплатно и... Чоп! И она такая, звуки марша, она зашла на меня. Мой герой! Пока я тебя ждала, я родила двух детей! Теперь они твои. Так, ну, догоняй, Фай. Здесь у нас все так же остается. Все так же остается. Гриби. У меня что там, двоечка? Так, нет, там можно в отмель впендюриться, поэтому оставляем. Раз, раз, два. Угу. Новый тайл. Давай. Ну-ка, пожалуйста. Прямо. Оп! Да! Уголь. Это угольные шахты! Да. Вовремя. Так только баб нету! Да, пристань нужна. Сдвигай. А как сдвигать там, Славик? За нее все-таки. Ну, ну давай я сейчас сделаю вот так на весь стол уже. Есть еще там место чуть-чуть. Ну так все видно. Нет, так все правильно. Отлично. Славик, видишь, правильно вернулся. Тут еще не факт, что они будут. Не факт, далеко не факт.
А ему это, его это не спасет. Если там будет, то будет одна пристань. Это мне и Коля. Ну, как попадете. Ну да, там может быть опять. Так, сейчас приедет Серега. Ты все проплыл? Да. Мой ход. Да. Бесплатный поворот. Раз, два. Блин. А зачем ты туда попал? Ну он по прямой хотел отмель как-то отплыть. Почему не вот сюда? Ну вот так уже. Попал. Ну ладно, да. Решение. Уголь, хозяин барин. Так, оставляю прежний бесплатный поворот. Поворот за уголь раз, и по грибу. Два. Ну, ты, он просто вежливо пропустил Колю вперед. Ага. Понижаю до двух. Окей, его на отмель сейчас выгоню. Раз. Два. Ну, кстати, удачи. Да. Удачи. Махалова там начнется. Славян, разгоняйся. Смотри, смотри. Давай теперь на всех парусах. Аж песни запел. Раз, два. На всех парусах. Раз, два. Так, все. Здесь Коля теперь раньше ходит. Тут, кстати. А, нет, Серега на предыдущем фрагменте. Коля, да, ты. Серега на предыдущем фрагменте, поэтому вот так. Давай, Денис, начни. Так, у меня... Вотмель? Три, да, вотмель, так. Тебе как раз сюда подгребать. Нет. За углем. Если я поставлю три, один разворот бесплатно. Раз, два, все, отлично. Ставим три бесплатный. Поворот бесплатный. Раз, один поворот за уголь. Все, убираешь колесо совсем. А, окей. Уголь за уголь. 2-3. Угу. Коль, давай мочи. Так, поворот бесплатный на двух. А Коля первый тебя? Бесплатный на один. Да. Да. Ну видишь, я поехал сюда, и он вот это место занял. Уголь будет мой. Я получится назад. Как бы. А, смотрите, вот ребята, к углю также надо с единичкой. Да, пройти, да, да, так же, как и да, обычно. Да, но они какой бесконечные. Кошмар. Да. Да, до шестерки загружаешься. Какой кошмар. Я все значит, что? Смотрите, бесплатный поворот. Угу. Или я вначале обязан повысить скорость, если хочу. Повысить скорость обязан сначала, да. Если хочешь. В течение. Да, когда двигаешься, нельзя скорости. Повышаю до трех. Раз. За уголь поворот. Два, три. Угу. Минус один пассажир. Пассажир за бортом. Я сейчас понял, почему 4 это 4. Так, 4. А не балуйся, Денис. Скорость повышаю бесплатно. Что? Раз. А три почему три? Потому что у меня было раз, два. Три окончания, извини. Два было. Можно я похожу? Да ходи. Скорость повышаю бесплатно. Первый поворот бесплатный. А, раз, два, впарюсь, да? Угу. Давай, впарюсь. Не повышаю скорость бесплатно. Или повысить за уголь. Не, потом сбрасывать придется. Короче, второй бесплатный за уголь. И раз, два. Вот так. Гребите, Шура. Понижаю в единичку. Поверну. Приплыл. Повышаю до троечки. Аккуратненько. Раз, да два, приходится три. Тут всякие розовые парафоны. Все, давай вот это уберем. Ну. Нет! Моя это родина. Пристань! А прикинь, как в лонгольерах мир рушится за этим всем. Но мой плод. Кстати, мой плод. Славик, ходи. Я на новом... Это... Да, бросай. Забыли. Ну вот сейчас судьба наша решится, судьбинушка. Вот сюда направо. Давай. Опа, девчонки. Да, две девчонки есть. Есть две девчонки. Еп. Так, как там? Охо-хо. Я могу вообще забить на уголь и просто приплыть. Забивай. И тут у нас все уже пристань. Ставь. Да нет. Конец игры. Когда прочитай. Последний фрагмент реки открыт, лидирующий игрок сразу же бросает кубик, чтобы определить, где разместится финиш. Нет, не то. Направо. Налево. Вот так. Ой, как неудобно. Не, нормально. Да не очень. Ну туда, если за девчонками собираетесь ехать, то неудобно. Ну, Денчик выиграет, походу. Ну давай, мы еще за второе, третье место побьемся. Так, на 4, если, да? Да, Илё. А говорил вначале, вот, там еще этих девок будет. Не, ну вот. Не, если бы мы играли чисто с базовыми тайлами, я тебе сразу сказал, что их очень мало. Кого ты слушаешь? А ты пополам замешал? Половина Б, половина А? Да. Там еще, они же рандомные еще. Не, я понимаю. Вот они B1, B3-1. Там есть правило, если хотите сделать игру легче, то выставлять в два раза больше девчонок. А, 4, то есть... А так их именно не хватает, и именно это вот дает не хватает. Такую борьбу конкурентную. Скинул на 2. Понятно. Раз, бесплатный, 2.
Не спешить не Ну, ты сейчас можешь по одному плыть, там, не спеша, прогулочным шагом. Ну да. И орать с борта. Лохи! Лузеры! Славик даже не услышит. Так, сейчас, ребят, сейчас. Считай, да. Тут же посчитать до того. Посчитать до того, как. Ну, вообще два, да, или за уголь будешь поворачивать. Ну да, даже если я поворот с углем там ничего особо не даст. Да. 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 А он меня сзади еще разгонится сейчас и натаранит. Короче. Я на отмель тебя могу закинуть. Не закинет. На отмель. Он максимум разгонится до 4. Мне же самому тоже выходит. Раз, да. Два. А может. Но если он потратит только уголь, но... Да мне же самому надо тут лавировать будет дальше. Ладно, делаю вот так. Все, оставляю. Бесплатный поворот. Раз, два. Поворот за уголь. Сбрасываю колечко. Но три. Это чтобы ты меня не жмякнул. Так он же может. Я могу сейчас до трех, и за уголь до четырех, и придется раз, два. Да, ну ты повернуть не сможешь. Да. Раз, два, и поворот. До двух. Раз, два. До 4. Три, четыре. Кстати, самая, одна из самых пошлых песен. Get low. Очень пошлая песня. У негров все такие. Да. Славик походил, все, следующий у нас Денис. Все так. Давай, Денис, мочи. У меня двоечка. Да. Бесплатно ставлю троечку. Серьезно? Бесплатный поворот. Раз, два, три. Это вин. Что? А ты не вобьешься в пристань? Ничего, ничего. Это он уже сказал, это его план. В пристань врежешься. Да, ну, да. А, там надо на единичке? На единичке надо причалить. Да, ну, поставь два. Оставлю два. Вот здесь. Вот. Да, Коля, давай. Я просто думал, на двоечке сюда приехать. Бесплатный поворот. Ты говорил, что твой план на игру расфигачить пристань. Не, ну, кстати. Шел бы я последним, я бы расфигачил. А смотри, если я стою на пристань... Повышаю, да, я похожу. Могут. Раз. Могут. Поворот бесплатный. Два, три. Вот так. Сейчас мы тебя протараним. В смысле, вы меня протараните с пристани? Ну смотри, я не нет, нет, ты все, ты причаливаешь, ты этот с пристани уходишь. Все там походили, да? А, окей. До единички. Чик. Славик. На пять, ну нет. На четыре. Да, осталось на четыре. А теперь женщина у него на борту это самая сидит такая. Это Колымага, что не может ехать быстрее? Быстрее, Славик! Зачем я согласилась? Да. Славик, а быстрее можно? Да, походил, все. И Славик такой. Еще слово, женщина, я тебя скину. Там же крокодилы, Миссисипи ж, крокодилы такие вокруг уже плавают. Славик, мы готовы. Все походили. Да. Кидай ее. Все так же у нас. Давай, Денис. Финиширы. Да нет, еще не финиширы. Еще нет, сейчас раз. Только раз. Не, подожди, ты можешь два сделать. Раз, поворот, два. Как смысл? А, ну... Я на следующий ход финишу. Ничего страшного. Тарань его. Коля, давай. Таранить, да? Да, давай. А у тебя угля нет. Нет угля. Да я бы и не стал. Да, ему же надо еще пассажира забрать. Ну, пассажира он заберет легко, кстати. Сейчас он до двух понижает. Потом до одного, да. Потом до одного и забирает. Поворот до двух. Поворот скорость. Иди на кузне, Серега. Мой ход. Я пытаюсь догнать. Раз, два. Бесплатный поворот. Три. Ты не возвращался. Ну, просто типа, по фану. Повысил до двух, повернулся. Отыграл раз, джентльмен. Угу. Так, понижаю до троечки. Раз, два, три. Ага. На отмеле сразу в один падает скорость? Угу. Ой, туда лучше не попадать. Да. Угу. Хотя? Все, Вечер. Давай. Нет, вот тут посчитай кто. А тут также розовый. Да, все так же. Розовый кран. Да, все так же остается. Да. Вот от этого, да, розовый. Да. Денчик. Чпоньк финишировал. Все, королева Миссисипи. Ну, мы за второе, третье место еще бьемся. Да, давайте. До одного зашел, забрал. Зашел, забрал.
Я скидываю скорость бесплатно и скидываю скорость за уголь. Один. Угу. Ну все правильно. Серега. Повернул. Подожди, меня. Раз, два. Сбросил скорость до двойки. Без угля приплыл. Весь уголь потратил. Раз и за уголь придется поворачивать. Славик там вообще грязь творил. Кто? Дэн финишировал? Да. Поэтому Коля. Поворот. Бесплатный поворот и пошел. Угу. Я на один приплыл, забрал. Ну, собственно. Серега. Ну, а че? Один. Не, может, я еще впарюсь в причал. А хотя, подожди. Я же могу вообще три сделать, да? Смотри, бесплатный поворот. Раз. За уголь. Два. Ну, в смысле, и два, три. Вот так. Да, спокойно. Хорош, нормально так прибавил. Так, а что у вас там может? А что толку-то? Слайк. Не, ну уголь есть, могу. Раз. Мне главное затормозить вовремя. Коля. Да ты их можешь и впилить. А на этот я могу, да? А, вот, я их в пристань могу. В пристань их можешь сандалить. Сандаль. А что? А что нет-то? Не, ну там только если другой не будет клетки. Какой клетки? Да сейчас. Ну если ты меня вот отсюда толкнешь, ты меня должен будешь сюда, либо сюда поставить. Это если у меня будет скорость 2, и я вот здесь остановлюсь, тогда да. Коля походил. Тогда я подожду, как Коля вы походите походил. Сейчас. Сейчас что-нибудь придумаю. У меня угля там нормально хватает. Я копил. Скорость на 2 делаю. Точнее, экономил. Давай, раз. Раз. Поворот бесплатный. Блин, а что в разные стороны? Я не успею вас всех впечатать. Да ладно. Может еще... О, слушай, может забрать еще угля и вообще... Нет, тогда ты их не точно, они быстрее финишируют. Мне неудобно очень стоять. А ты подвигался, да, уже? А это же специально так сделал. Ну да. Так, это будет раз, поворот, два, поворот, три. Вот так это будет. А Фил... С Филом интереснее, конечно. Но... Все играем против Фила. А, тоже неинтересно. Короче, просто поплыл я. Давай на четверочку. Фила ты можешь догнать. Не, даже если догоню, и что, он уже будет или здесь стоять со скоростью 2. Короче, раз, поворот бесплатный, 2. Уголь потратил, повернул, 3-4. Повысил скорость до троечки. Топи! Повернул. Раз, два и за уголь последний. А, ну, три. Проплыви, да. Да. Блин, а что ты дальше будешь делать? А, ну да, ты потом... Как она идет? Ну да. Ну да, так же идет. Угу. Давай. Бесплатный поворот. Скидываем до единички. Причал. Второе место. Угу. Пау. Фил. Раз, два. Ты не попал в... Нет. Ну вот же причал есть. То есть я следующим ходом сбрасываю до единицы и приплываю. Да, если он его сейчас туда не впечатает. Да, если он меня впечатает, то все. Он может раз, два, три... 4. Скорость 4, 5. Ну, вот 4 ему скорость. Вот смотри, раз, поворот бесплатный, 2. Да. Потом... Еще 2 надо. Ты меня толкаешь куда? Сюда, либо сюда тогда? Ну, сюда. Ну, давай. Логичнее же, да? Ну, давай. Нет, зачем? Ты его толкнешь сюда, сюда и впечатаешь пристань. Он впечатает. Не, он на... Я это... могу, я потом вот так поплыву. Просто. Он на эту пристань. Ну, я за уголь поверну, да, я просто повернусь бесплатный к этой пристани. Тем более, так что мне лучше туда тебя выталкивать. Толкаем. Потолкаемся. Раз, поворот, 2. 3-4. Поворачивайся, куда тебе там грязь. Я вот не знаю, стоит поворачиваться. Я просто двойкой его толкну. Ну, я за уголь повернусь как угодно. Ну что это за... У тебя нет пассажиров, вот ты хочешь меня. Почему? Вот ты и бесишься. Но есть у меня одна. Ну, все равно, если Фил приплывет... Или как? У него же две, у него одна. Если кто из них первый придет, какая? Они, неважно, если оба финишируют, Фил будет третьим. Да, 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 да. Так что, Славик, у тебя есть шанс. У тебя есть шанс. Да, у тебя есть шанс. А погнать себе Сережу. Да нет. Ой, на. Что? Врезался в тебя. Ну, у тебя один. Один. Хорошо. Что ты дальше делаешь?
Ну, вообще... Сейчас ты просто уголь весь потратишь и все. Я сбросил скорость и врезался в тебя. Я следующий ход пропускаю. Подожди, дай я похожу. Дай Славик похожу. Да, Славик, ходи. Спасибо. Да. Раз, два. Не, я врезался в него. Все, врезался. Так, ты... А, это ж... Да. Вот, сейчас ты... А что, он развернется? А, он же раньше будет ходить. Да. Он развернется в тебя и шпандает. И в чем пропусть? Еще сюда. Вот так сейчас, да? Вот такая ситуация. Да, именно такая. Да. Серега первый ходит. Да. Я первый хожу. Ходи. Так, а что, а ты же врезался? Тебе? Нет. Не, он еще не врезался. Тогда Славик ходил, мы просто, ну, да. Дальше уже. Давай понизил скорость до 3. Да. Бесплатный поворот. Выпинал. Это 2. Это 2. И за... За уголь. За уголь. А что просто разозлился. Повернулся сюда. Поворот просто делает. Не вижу смысла. И что у меня там осталось что-нибудь? Одно движение. Впоролся. Впоролся. Скорость на единицу. Да, скорость на единицу. Ну и что? И что? Он, короче, затобил бухту. Вот теперь мой ход. Теперь твой ход. Теперь я просто бесплатно поворачиваюсь. Да. Выпихиваю тебя вот сюда, и ты причалил. Да. Причалил с одним пассажиром. Ура! Теперь мне просто причалить до Славика, и я занимаю 3 место. Закончим, может, на этом. Славик плывет, потом я сбрасываю скорость до 1 и делаю вот так. Ну да, да. Подожди, причалил, нужно остановиться в конце хода того игрока, который должен причалить. Да. Так что он еще не причалил. Ты его просто выпихнул. Ты просто его толкнул туда. То есть пароход, который. Как причалил? Нет, если пароход со скоростью 1 вытолкнули на клетку с финишным причалом, он также финиширует, как если бы сделал это сам. Но я финишировал. Финишировал, но пассажиров недостаточно. То есть у нас первое место Денис, второе место Коля, третье место я. Да. И вот тут вот моя ошибка была, я не в ту сторону поехал. Ты еще помнишь, где там кто куда поехал? Помню. Ладно, что расскажете про это? Я расскажу. Мне на самом деле не особо понравилось. Почему? Рассказываю. Самое главное, здесь очень большой, ну, вот этот, я не знаю, как это правильно. Короче, если кто-то вырывается вперед, остановить его невозможно. То есть, если кто-то вышел вперед на несколько клеточек, все. Что бы ты ни делал, он будет всегда впереди, потому что он уже там будет лавировать, уже аккуратненько, ничего не боясь. То есть, лидерство вот здесь, вот это мне такое не очень нравится. То есть, я вот вырвался в самом начале вперед и просто плыл, вообще не парился. Такое я не очень люблю, поэтому мне игра не очень понравилась. Я бы не остался играть в нее еще раз. Но в плане механик мне понравились вот эти штучки. Я вообще люблю такие всякие тактильные компоненты. Вот это прикольная идея с такими вот поворотами. Вот это мне прям очень нравится. И фигурки неплохие. Ну, у звезды проблем с фигурками нет, нормально. То есть в плане оформления, в плане механик и в плане компонентов все клево. Но мне не нравится вот это вот. Ну, может быть, это во всех игрогонках, потому что для меня это, наверное, первая игрогонка, в которую настольная я играл. Может быть, в других то же самое. Он не с нами. Да, только мы поэтому играли... я не знаю. Вы в 2 гонки играли. Да. Вот, как бы, ну, я свое мнение высказал, а вы дальше. А мне понравилось. Не знаю, мне было весело толкаться, все вот эти вот виражи там безумные Славика. Игра, тут надо учесть, что игра, конечно, 97-го года, 1997-го. Mm-hmm. Она на той выставке заняла призовое место, там номинант был на лучшую игру года. Хорошая семейка. Хорошая. В принципе, тут, конечно, могут быть обиды между игроками. О, папа, зачем ты меня на песчаную отмель вытолкнул, да? Папа очень хотел победить. Папа очень хотел победить. Папа, ты у меня девку забрал. Клевые вот эти... Ты еще не вырос, сынок. Пароходики сами, компоненты клевые, колесики вот эти крутить. То есть, такая механика я не встречал, на самом деле, в игрогонках такую. Мне понравилось, как река выкладывается. Да, проблема, о которой Денис сказал, она здесь присутствует. Если лидер уходит далеко, он там уже делает, что хочет. Да. Но в то же время ему тоже надо планировать, потому что чуть он зазевается. С тобой, да? Ты не туда, не да. Туда. Вот здесь мы с Колей, как бы, я вроде лидировал, Коля далеко был от меня. Вот, я поплыл не в ту сторону, надо было вот так вот плыть. И все. Ну, но опять же, на что это повлияло? Внимательность надо больше. Ну, победил все равно Денис. Да. Вот, но я мог бы быть на втором месте.
Опять же, мы еще, мне кажется, знаешь, Дэн, почему ты так ощутил? Потому что мы тут куролесить начали, ну, Славик начал вот это вот, мы там... Может быть, не было конкуренции. Может быть. Я же говорю, это моя первая игра-гонка, и, возможно, ну, это просто такое первое впечатление. В ней виден такой олдскульный дух. Я думал, будет более уныло, но на самом деле ничего так вроде как. Не, она не унылая, но с Денисом я согласен. В плане того, что порядок старта, вот порядок на старте, он очень много определяет. Вот, то есть можно там сразу вкинуться, уплыть вперед. Как здесь предлагают расставляться? Шестому игроку. Нет, шестому? Вообще на старте вот этим пятерым, вот как? Просто рандомно или что они вообще предлагают? То есть нет, да. И ни у кого нету, допустим, кто-то первый, второй, третий, четвертый, пятый, никаких преимуществ нет. Получается, нет, да. Все, потому что... Ну, да. Тут только у шестого игрока будет поблажка. Вы понимаете, сколько ситуаций? Ну, вот эти жетоны надо было перетасовать, то есть они случайным образом, то есть вы никак не вытасуете жетоны и выставляете. Понятно. В порядке хода каждый игрок ставит свой пароход направление, определяет самостоятельно. У шестого игрока есть преимущество, если играть в шестером, то есть тут всего 5 причалов стартовых, вот, и он получает в глаз, в глаз в том числе. Слушайте, ну на старте... Шестой игрок временно размещает свой пароход на суше, сразу за вторым или третьим причалом, чтобы указать, с какой клетки он начнет ход. И только в первом раунде, когда приходит очередь шестого игрока, он перемещает свой пароход на клетку с причалом и получает один дополнительный уголь бесплатный. Угу. То есть у него общей сложности 7 единиц угля, которые можно использовать только в первом раунде. Куда он их потратит? Если этот уголь не используется сразу, в первом раунде, он пропадает. Сразу ну, такое. Они впереди выстроятся, и он смотрите. Такой, ну, толкать. Есть толкать, дополнительное правило. Может быть, вот это, кстати, игру более разнообразит для каких-то более опытных игроков. То есть, как бы это уровень семейки. Угу. То есть мы как бы уже такие прохаванные. Угу. Есть черная роза. Во, игрок, который отстающий, он помимо того, что двигает свой пароход, он управляет черной розой. У черной розы есть своя скорость, и у нее есть уголь, то есть на борту у нее бесконечный уголь. Чтобы загрузиться углем с черной розы, нужно так же, как и с причалом, в любой соседней клетке с ней остановиться со скоростью 0-1, то есть закончить ход. И ты себе уголь загружаешь. Черная роза может сама заправляться углем, то есть она двигается как обычный пароход. За тем исключением, что уголь у нее бесконечный, но использовать она может только один уголь за ход. И обозначается это вот так. Оп. То есть в этот ход, значит, черная роза, например, вот так вот использовала там на тройку. То есть один бесплатно и один на тройку. То есть она, оп, вот так вот уголь израсходовала в этот ход. И он ее двигает как хочет. В начале следующего хода у нее опять, оп, уголь появился. Вот так мне вот кажется, она управляется. Надо было, да, она может быть как-то, ну, правит вот этот знатно, баланс. Конечно, да. Плюс еще интересно играть по командам, то есть, ну, это можно играть вдвоем, каждый управляет двумя пароходиками сразу, и там можно перегружать с парохода на парохода уголь. То есть, опять же, если вы рядом друг с другом останавливаетесь, едете с одинаковой скоростью, то есть там то не есть обязательно, вечно, чтобы с единицей, а с черной розой также должна быть одинаковая скорость. Не единица, а одинаковая скорость. Вы перегружаете, то есть у одного парохода уголь забираете, другому начисляете. А черная роза может любой игрок брать уголь или только отстающий? Передача угля. Если вы контролируете черную розу, то вы можете перенести уголь на свой корабль. Ну, вот это, кстати, видишь, то, о чем ты говорил. Вот это клево. Тогда клево. Тогда ты можешь за счет угля с черной розы нафигачить себе скорость и догнать. Да, но только ты догонишь, ты выберешься вперед, и черная роза будет уже отстающей. Вот, управлять. Так есть хотя бы какой-то смысл. Тогда я, ну как, я говорю, что я бы не хотел еще раз играть, но узнав о черной розе, я бы сыграл бы с ней и с командами. Да, было бы. Но это вдвоем, либо вчетвером, либо втроем, у каждого по двое. Их 6 здесь. Вообще-то да, в шестером получается трое на трое вы играете. Ну, в шестером трое на трое играем и черная роза. Черная роза, ну да, да. И нормально. Угольный склад, отмель, плавник, в принципе, все клетки мы разобрали, хоть нам... А, ну в принципе, нам все они и встретились, да, то есть как не замешивая, скорее всего, все у вас будут. Есть еще у кого-то сказать по поводу игры? Че? Ну все тогда, что, будем прощаться. Всем спасибо и до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока. Миссисипи раз, Миссисипи два. Плавать любим мы всегда.
Славик вдруг поплыл назад. Фил тому был очень рад. За девчонок в бой Сережа швартовался с наглой рожей. В топку уголек кидал, коленвал свой разгонял. Коля вышел на таран, вновь устроив балаган. Только сил не рассчитал, и кормой пробил причал. Прихватив с собой двух дам, Дынчик вдарил по газам. Зря его догнать пытался, только брызгов наглотался.